Друзья, всем привет! Вы на канале Дэн ТВ. И в сегодняшнем видео я буду делать одну самоделочку. Единственное, не могу сказать, полезная она или бесполезная, потому что это будет эксперимент. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Возможно, то, что вы увидите, для вас будет полезно. Многие знают, что лето — это сезон отключения горячей воды в квартирах. И многие выбирают водонагреватели, чтобы не остаться без нее. Я тоже решил себе присмотреть и свой выбор остановил на обогревателе Ariston Velis 3.0. Нынешняя линейка Velis является синонимом горячей воды в рекордно короткие сроки. Он обладает всеми нужными для меня характеристиками. Он красивый, дизайн разработан в Италии, безопасный и технологичный. Его можно ставить как вертикально, так и горизонтально, почти в любом помещении. Водонагреватель будет очень красиво смотреться. В водонагревателе есть индикаторы наполненности бака, готовности минимального количества воды для принятия душа и даже Wi-Fi, с помощью которого можно управлять водонагревателем удаленно. Это очень необычно, согласитесь. Ariston Velis 3.0 работает при более высоких температурах, чем другие. Водонагреватель оснащен электронной системой ABS. Если бак пустой, он не включится и не даст перегреться, если воды мало. Поэтому я не буду переживать за безопасность его использования. Приобрести водонагреватель Ariston Velis 3.0 можно по ссылке в описании. Я сделал свой выбор, сделай его и ты. But there's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but I left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then you're gone. I fall for every word that you say to me. So hard being drawn to you so easily. I am stuck in a loop of chemicals. What's the point? It's always the same story with you, but I just cannot refuse you. I'm sad after this time that I'm not leaving with this rush. Why am I so curious? So curious, so curious. So curious, so curious. You're afraid.
Итак, после недолгих испытаний, вот все, что осталось от моей самоделки после встречи с пеньком. Первая шпилька у меня сразу была срезана, вторая шпилька у меня еще оставалась целой, но я вот, чтобы снять эту цепочку, ее просто отломал. Вот. На самом деле, многие, наверное, заметят, что шпильки были довольно-таки тоненькие. Нужно, возможно, вы подумаете, что можно было бы поставить и потолще. Я тоже так подумал, но первая проблема у меня возникла вот с этим отверстием. То есть расширить, рассверлить у меня не получилось ни одним сверлом. Так как здесь стоит какая-то износостойкая сталь, ни одно сверло по металлу не захотело брать. Пришлось использовать винты М3 для крепления этой цепи к диску. Вот. Но, друзья, как показала практика, что даже не в этом узле проблемы, то есть даже если бы я приварил бы эту цепочку, то слабое место этой конструкции – это вот эта велосипедная цепь. Так как при ударе она разлетается на куски, поэтому, друзья, не тратьте свое время в попытке сэкономить. Самоделка для кошения травы из велосипедной цепи нерабочие. На этом я заканчиваю свое видео. Надеюсь, что эта информация для многих была полезная. На сегодня у меня все. Вы были на канале Дэн Дэн ТВ. Всем пока.